Петербурге очередной лифт-убийца лишил жизни пассажира. Жертвой подъемного механизма на этот раз стала собака. Вот вместе с хозяином пес заходит в кабину, но ехать на свой этаж мужчина явно не торопится, и животное выбегает на лестничную площадку. В этот момент владелец четвероногого нажимает на кнопку, и двери лифта захлопываются. Соседи тщетно пытаются спасти несчастного пса, но все без толку. Наконец появляется сам хозяин. По словам очевидцев, он был настолько пьян, что попросту не заметил, как повесил собственного питомца.